шотландских долинах среди овец живет большая семья. Старик Джонни Уокер, седой отец, и его ограниченные сыновья. Старик их учил, как ткать полотно, как отару загнать в загон. Но они усвоили лишь одно: как гнать из зерна самогон. Красавцу Джонни обидно, хоть плачь, вот ведь стыд и позор. Лучше б один из них был циркач, лучше б второй был вор. Лучше бы третий пошел воевать, малец был с детства горяч. Но парни его продолжали гнать и в бочке сливать первач. Кому корова, кому свинья, а кому ограниченный